Иногда мы чувствуем противоречия. В уме конфликт, в этом ваш вопрос, да? Арджуна тоже чувствовал конфликтное состояние. Ты заставляешь меня сражаться с теми, кого я очень уважаю. Но в конце Кришна дает наставление Арджуне. Так очень естественно, что у нас возникают какие-то противоречия, но что мы должны делать? Мы должны идти к продвинутым преданным и получать от них наставления, читать книги Прабхупады, комментарии. В комментариях Шрила Прабхупада дает обширные объяснения, которые удовлетворяют любого. Обращайтесь к тому, кто понимает лучше, получайте наставления. Столько святых приезжает в Найроби, пользуйтесь этой возможностью. Не накапливайте сомнения в своем уме. Иначе вы оставите этот процесс, но если вы развеете все сомнения, вы будете в безопасности. Хороший вопрос, спасибо.